Медитация 249. Перемена адреса. Утро очень хрупко, и новые лучи солнца слабы, но с каждым мгновением они будут становиться все сильнее и сильнее. Питайте их, лелейте их и не отождествляйтесь с прошлым. Начиная с этого момента, думайте о себе, как о новорожденном младенце. Ночь кончилась, вы рождаетесь в это утро. Это нелегко, потому что власть прошлого велика. Утро очень хрупко, и новые лучи солнца слабы, но с каждым мгновением они будут становиться все сильнее и сильнее. Питайте их, лелейте их, и не отождествляйтесь с прошлым. Если всплывает одна из старых привычек, просто наблюдайте ее. Оставайтесь настолько отрешенным, будто она принадлежит кому-то другому. Будто почтальон принес письмо не по адресу. Письмо адресовано не вам, и вы возвращаете его на почту. Ум по старой привычке будет продолжать верить в прошлое, потому что уму потребуется время, чтобы понять, что адрес изменился. Ум движется очень медленно, а бессознательное движется еще медленнее. Тело очень летаргично. У них разные временные системы.